Глядя на всегда подтянутого и бодрого Сергея Николаевича, никогда и не подумаешь, что ему исполняется 50 лет. Секрет молодости он объясняет тем, что вся его жизнь принадлежит спорту. И даже в свободное время именно спорт является отдыхом. Спорт прочно вошел в его жизнь с самого детства. С первой секции по дзюдо, которая потом сменилась увлечением велосипедом. С этого момента как бы спорт вообще, в общем-то, вклинился в мою жизнь. Изо дня в день я посвящал этому достаточно много времени, потому что 2-3 тренировки в день, в общем-то, я дополнительно сам, в общем-то, старался индивидуально подходить к тренировкам. Утром вставал, много бегал. Сергей Ткаченко участвовал в международных соревнованиях и получил титул кандидат мастера спорта. Даже с супругой Еленой помог познакомиться именно спорт. С ней я встретился рядом с теннисным столом, в общем-то. Да. Сказал, пойдемте, поиграем. Ну, согласились и так заигрались. До сих пор в этой жизни мы вместе. Без надежного тыла в работе никак. Все спортивные мероприятия проходят в выходные и праздничные дни. Так что отдыхать некогда. В редкие свободные минуты Сергей Николаевич старается проводить с семьей на природе, поиграть с сыновьями в футбол или другие активные игры. Я стараюсь, конечно, своих детей приучить к спорту. Велосипед это или, ну, я как бы, вот, чем я занимался, я не ставлю это приоритетом. Я ставлю, чтобы разносторонне была развита личность, самое главное. Чтобы умел баскетбол играть, футбол. Спорт, он действительно закаляет человека, дает ему много хороших качеств, в общем-то, которые в жизни потом ему помогают. Это бороться с трудностями. Невзирая ни на что. Главная его мечта – больше времени проводить с детьми. Но пока есть цели и задачи, которые хочется выполнить, чтобы курорт Анапа поддерживал свой спортивный имидж. Работа, которая, ну, нравится, хочется в этой работе что-то сделать, чтобы какой-то фундамент после тебя остался, в общем-то. Поэтому я человек всегда команды и перед трудностями в жизни не пасовал. Поздравляем Сергея Николаевича с юбилеем и желаем достижения всех поставленных целей и крепкого спортивного здоровья.